На участке улицы Советской Армии около школы номер 46 появилась специальная дополнительная разметка. Она дублирует дорожный знак «Осторожно, дети». Теперь родители учеников могут быть спокойнее и увереннее выходить на пешеходный переход. В начале учебного года очень важно организовать безопасность дорожного движения, особенно около школ, чтобы наши маленькие детки могли спокойно переходить дорогу и чтобы все водители видели и знали, что здесь особый участок. Рабочие делают все вручную. Сначала наклеивают линии трафарета, затем наносят специальный холодный пластик и равномерно распределяют его по рисунку, после чего посыпают специальными светоотражающими шариками. Они позволяют видеть разметку и в темное время суток. Всего в Самаре в непосредственной близости к дороге находится 158 образовательных учреждений. На данный момент у большинства школ работы уже выполнены. В настоящее время разметки осталось нанести только 30. Это те образовательные учреждения, на улично-дорожной сети которых прилегающие производился ремонт большими картами. То есть работы подрядчик по ремонту дороги завершает. И сразу после него выходит подрядчик по нанесению линии дорожной разметки. До 1 сентября объемы все эти будут выполнены. Водители о дороге близ школы предупреждены, а потому дорога к знаниям у учеников становится безопасней. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.